Делегация из Северной Осетии приняла участие в вахте памяти в Смоленске. Поисковики обнаружили останки 123 советских воинов. Установлены имена 19 из них. Перед тем, как с почетом передать прах красноармейцев в земле, участники движения разыскали родственников 12 солдат. Их семьям передали личные вещи, солдатские медальоны и документы. Тина Тинмузашвили, мобильные новости, Эристон ТВ.